Проблема состоит в том, что знания, которые дети сейчас получают, они к жизни не прикладываются. Ну, условно говоря, вот что делают, например, ну, в ряде западных, европейских и американских школах. Значит, вот ребенок, например, не хочет ничему учиться, но при этом он, значит, вот экологически настроен. Вот. И дальше его учат химии и биологии под предлогом экологии. Вот. То есть ему рассказывают про то, как природу разрушают предприятия, и на этом рассказывают химию. Вот. Ему рассказывают про то, что такое природа, вот, и таким образом обучают его биологии. Вот. И у него, как бы, это есть другой заход, да, на то же самое. Вполне возможно, что это вот один из тех трендов, когда будет сложно обучать детей чему-то как абстрактному знанию, и нам придется находить способы, как использовать то, что их детей интересует, вот, для того, чтобы через это транслировать им необходимые фундаментальные знания.